Нет, не сможет, не сможет, я вырвусь! Газую! Давай, давай! Блин, так колеса пробил! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Профит, Гусанек, Пингвинус, Геймер, Угабуга, пацаны, поздоровайтесь! Привет, привет! Всем здорово! Всем привет! Однако всем здравствуйте! Сегодня у нас будет очень крутая рубрика, мы будем гигантским камераменом давить всех пацанов и пытаться всех взорвать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, у него нет никаких умений, зато я знаю, что могу красиво давить. Смотрите, первый пошел. Ха-ха-ха, красиво его взорвал. Так, погнали дальше, я должен максимально быстро всех убивать. Не надо, не надо, прошу. Всего а что со мной? Ребята, что-то со мной не то. Моего колбаси челика. Ну, чтоб ты больше никого не убил. Вот тебе с чего же убивать надо. А еду прям перед тобой. А, вот, вот, да, вижу. Прощай. Есть, убил. Убил. Так, ускоряемся. Посмотрим, кто-то тут. Вот еще один. На, красавчик. Ну ты, блин. Извини, должен максимально быстро всех убивать. Давай, стреляй, челик. Красиво. Красиво. Вот это жестко мочу. Так, а где еще все? Да блин, вы жестко шкеритесь, пацаны. Ну я вижу, вот приблизительно сейчас мы стрельнем по красоте. Смотрите. Промахнулся. Да ты че? Я выезжаю. А я сейчас взорву вот челика, подожди. Все, да есть. Что такое? Нет. Эй, он меня давит, у меня жизнь тратится, представляете? Слышь, ты! Смотри, я прям перед тобой. Есть! Есть! Ой, я красавчик! Давай. У него перезарядка, походу, долго как-то длится. А, о, есть! Еще есть! Доездился, ты смотри. Да, смотрите, меткое попадание. Нет, не попал. Есть! Не надо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, стреляй. Есть. А чё жизни не потратились, я не понял. А вот так вот. Ой, застрял. Я волшебный. Ну как вам, пацаны? Нормально? Да. Нормал, да. Круто, сильно, молодежно. Вот это хорошо, я там попал бы. Но чё-то не попал. Вот, смотрите. Слабенько. Слабо? Да. А чё такое? Я не понимаю, я ж вроде хорошо играл только что. Так, больше не буду так, надо прям лучше ходить, ну, ножками фигачить. Да все, хорош мой челик! Есть! Ребята, раунд номер два. Уга-буга, погнал, давай, 5 минут, пошло! А нифига себе! Он жестко мочит сильнее, чем я. Смотрите, какие взрывы! Угабуга, ты чё? Оправдываешь свой никнейм? Да. Надо валить, надо валить. Я понял, что с ним шутки плохи. Быстрее, быстрее. Отлично, отлично, ребята, я вырвался. А он как-то быстро начал, да, пацаны? Смотрите, еще взорвал. Это что, я Рахи там был? Да. Да. Да ты по жизни он и есть. Эй, не говори так! Не говори так! А я был. Ай-яй-яй, блин, от него не убежать. Хотя есть у меня один вариант, как от него убежать. Там, где его забагает, потому что я эту карту уже понял. Здесь сложновато один момент есть. Давай, забай. А вот тут какой-то на баге стоит челик. Давай, газуй. И чё, ну махай, махай, ты мне ничего не сделаешь. На этом твои полномочия, как бы все уже. А где он делся? Я вообще таки не понял. А вот там меньше. А, я вижу, он маленько взял. Эй, голова колонка, пошел ты! Я лучше буду валить. Красиво он тебя замочил, красиво. Ну я пока весь сваливаю хорошо. Так, давайте сразу сюда поедем, на всякий случай. Топишь неплохо, ну.
Так, где он? Инфу, пацаны. На центре карт. Ну, я его вижу. Там. Вот это он псих. Пора сваливать. Ого! Ребята, это прям жесткий, жестче, чем даже тот. И что, со два раза убивать любую машину? Да. Ну почти. Хлопок и тебя нету? Да ты задрал меня убивать уже. Мочи его! Мочи всех. Приближается, а мы сразу газуем. И переворачиваемся, тупим и взрываемся. Нет, не сможет, я вырвусь! Газую! Давай! Блин, да колеса пробил! Ты что, там колючки на руках или что? На ногах. На ногах? Щенок! Видите, как я его обманул? Это было красиво. Опа, не попал. Все, пошел обман красивый. Косожоп! Колеса пробил, да, меня? Все, пацаны, красиво я оторвался. Это было очень опасно. Но я смог. О, опять этот косожоп прибежал. Пошел! Я еду, нормально. Уга-буга, ну что, как играется, нормально? Попасть не могу. А, я знаю, что тяжело попасть. Пока есть даже, смотрите, заднее колесо одно пробито, я четко все равно езжу. Подносит иногда. На полный газ уже не поедешь. Да? Да, он за мной бежал и упал. Ах ты ж. Я знал, что он будет слабо играть. Просто лошок. Так, красиво. Ой, да слышь, отвали. А я поддался тебе специально. Это тебе за слова твои. Ты ничего тебе плохого не сказал же. Чтобы не фукал. Так, все, поехали. А вот теперь он меня уже не догонит. Смотрите, просто на всю. Да ты задрал, блин! Ты просто задрал. Я буду сейчас мстить тебе, ты понимаешь? Сейчас там танк возьмем. Блин, да я уже взял его! Да, я его уже взял. Почитаемый. Все, иди сюда, щенок. Что ты мне сделаешь? Ой, извините, пацаны. А че его жизни не вижу? Он бессмертный? Нет, он смертный. Дави его. Тратятся жизни у него, да? Да. Я, наверное, когда в танке худ, не вижу его просто, вот почему. Да, у него осталось мало жизни. А, ну все, иди сюда, щенок. Я тебя замочу, ты понимаешь? Я тебя уже живым не оставлю. Во, пошел процесс, ребята. Ну что, давай, что ты против танка сделаешь? Сразу убежал. Очкошник, стоять. Красиво, возле него прям пролетело. Он прыгнул, пацанул в небе. Вот он падает. Ждем его. Выстрел. Есть, да? А нет. Так, давайте приблизим немножечко. Извините, кого немножечко попал. Попал, блин. Но он не умирает. А чё не умирает? Сколько у него жизни, гусанёк? Да вообще много. А, он хилится. Эй, ты чё мой танк мочишь? Я буду орать. Ой, жизнь его видит только что. Пацаны, надо что-то серьезное брать. Ну да, что-то дебелое, чтобы его убить уже. Вы же должны его замочить. Я тебя понял. Не надо. Не, ну если прям мощь. Так, где? Дядюшка Камироголовый, вы где? Колонка Мэн. Я ушел. У меня есть вся грудь против него. Вижу его. Ой-ой-ой! Это было жестко! Это было мощно!
Так, ну что, проиграл у нас в этом ролике Гусь Санёк. Да потому что за мной только все ездили. Ну все, а победили у нас... Короче, мы все выиграли, кроме Гусь Санька. По факту. Да нет, выиграла дружба. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.